Поссорилась с подругой, не могу простить. Вам легко прощать людей или лучше отомстить? Мстить точно, наверное, не стоит. Месть это разрушительная. Простить подругу, ну не прощайте. Найдите себе другую подругу. А подруга просила прощения? Нет. Ну так человек не просит прощения. Зачем ему давать это прощение? Оно не будет ценным для него. Просто отпустите человека. А вам легко простить человека? Простить легко. А вот сделать так, чтобы отношения были как прежде, вот этого я не могу гарантировать. Да? То есть это вот можно сравнить, наверное, знаете, как с драгоценной хрустальной вазой, да, вот отношения. То есть вот она разбилась, ты можешь склеить ее, ты можешь попытаться, да, но это уже не будет та ваза.